Sveiki gyvi, mėlyje Alko žiūrovai, mes tęsime mūsų reportažų ciklą iš Azerbaidžiano Respublikos ir šiandien jau kartu su Arūnu Sartanavičium ir mūsų globėjų atvykome į visai kitą Azerbaidžiano kraštą, kalbėsime su Tartaro rajono vykdomosios valdžios vadovu, Mustagimu Mamadovu. Dobrý den, господин Mamadov. Dobrý den. Мы начнем, наверное, со знакомства с вашим районом. Тартарский район, прифронтовой сейчас район. Что он сам из себя представляет, как он велик, сколько жителей живет и живут здесь, и как война изменила привычный ритм жизни вашего района? Ну, Тартарский район – один из районов в Азербайджане. Население пункта 101 тысяч населения пункта, и еще 12 тысяч у нас беженцы. Всего 114 тысяч у наших населения. Тартарский район, у него граница, ну, всего земельная площадь у него 950 квадратных километров у наших земельной площадь. И еще мы ближе границе наших 6 районов Азербайджана, которые ближе Барда, Нафталан, Кюрамбой, Агдам и еще Кельвежар, Ханчанди, наших районов, азербайджанских районов. И тот период, ну, фронтовых границ у нас 48 километров. У нас есть место даже на перефронтовых 200 метров. Ну, от... Начальные это фронтовых позиций. Позиции, да. Ну, у нас население основных сельскохозяйственным работам работает в нашем районе, сельскохозяйственный район. Здесь мы выращиваем хлопок, зерна и других сельскохозяйственных продуктов. И еще у нас популярное животноводство. Ну, мы здесь выращиваем скоту и баранина и других, ну, жизнеспособных продуктов. Господин Мамадов, когда мы ехали сюда, мы видели русло реки, но там не было ни капли воды. А для южных стран, Азербайджан южная страна, здесь много солнца, здесь жарко. Проблема воды всегда является очень острой. И теперь, как я знаю, в водохранилище есть в территории, которая... Да. Как вы решаете эту проблему? Вы знаете, в нашем районе 301500 гектаров земель есть, что мы там выращиваем сельскохозяйственные продукты. Мы всех этих земля до 90-го года мы использовали вода для наших этих земель, мы использовали Сарсанкесово, у нас было водохранилище Сарсанкес и Мадагиз. И они, когда армяне их захватили, оккупировали, ну, 90 года, после 90 года наших земельной кусарском не можем мы использовать это водой. Это вы видели, который там река, это самая большая река из самых больших река Азербайджан, Тартар. Там называется река тоже Тартар. Ну, вы видели, там ни капли воды не было. Там бывшая река. Да, бывшая. Ну, так можно сказать. Ну, после 1 апреля до 1 декабря армяне не дают ни капли воды. Когда нам нужна вода, они не дают нам. Ну, когда у них начинается зимний период, там скопается много воды, и они тогда нам не, эта вода не нужна, они откроют и выпускают эту воду. Мы... Это наше государство, президент, наш президент Ильхам Алиев, ну, дал указ, ну, этого, который мы должны в этой земле что-то выращивать, там мы буровали этот артезианный скважины. Ну, после
2004 году, до этого числа, здесь мы, нам, в нашем городе, районе, буровали где-то до 100 артезианных скважин. Ну, всех это наших земельных участков мы пользуем этой водой. И хватает ли этой воды? Не хватает. И вы, как я знаю, как я слышал, уже вы рассказывали, вы готовите такой большой новый проект, который вас обеспечит полностью. Да. Ну, мы, наше государство, в 2015 году начали проектировать снабжение, водное снабжение Тартарского района и ближе 11 селе, который будет этот водой использовать для питьевой. И еще у нас не было канализационной системы, и еще мы строим новую канализационную систему. Все этот проект, когда закончится, это будет 47 тысяч жителей Тартара использовать в этом и водоснабжении, и канализационной службе. Декабрь месяце закончится этот проект. В этом году? В этом году закончится. Рукой подать. Да. 12 тысяч дополнительных жителей, которые пребывают фактически в одно время, это, конечно, большая нагрузка для района. Как вы решили эту проблему? Где живут беженцы? Как они обеспечены? Где они работают? Из них много живет у нашем в школах, детские учреждения, ну, в детских садах. И у нашего населения есть места, клубы. Культурные объекты там, они там, да, и там переселили, и еще они переселили на бывшей колхозной здании были, а там переселили, и некоторые живет на дорогу, возле дороги, там они себе строили из глины дома и там живет. Но это очень временное решение, потому в школах должны учиться дети, в детские сады должны маленькие дети идти и тому подобное. Как будут решаться в самое ближайшее время эта проблема? В самое ближайшее время мы определили им земля 70 гектаров, там будет построен 35 многоэтажных зданий. Ну, 4-5-этажное здание, и там будет наследство 1170 семьи. Не людей, а семьи. И там будет дома двухэтажных, четырехэтажных, трехэтажных, трехместные, четырехкомнатные, однокомнатные дома будем строиться. И у кого принадлежность, что будет, и там будет переселиться. Но теперь, скажем, число беженцев, ну, фактически должно увеличиваться, все-таки рождаются дети, азербайджанские семьи достаточно большие. Хватает ли мест в детских садах, в школах? Ну, и мест для детей. Да. То есть... Там будет хватать, там будем отдельные школы строить, там отдельный, там будет детский сад, там это будет комплексный. Новостройка. Да. Там будет еще музыкальная школа, там будет отдельная больница, и там будет, как говоря, тепловое сооружение будем строить, всех домов будет теплоэнергия давать, и там всех будет указано там. Скажите, господин Мамадов, как вы думаете, и когда беженцы получат возможность вернуться домой, захотят ли они из уютных новых домов и квартир вернуться? Извините меня, это не проблема. Людей, беженцы, все любят свою родину. И они, что не было бы, они хотят, что идти жить на своем земле. Это там наши прадедки жили, там наших предки живет, там наших, как говорят, как все на ней?
кладбище. Ну, наших прадедки кладбище там. И это не будет проблем, потому что это наши люди хотят, что эта война быстро закончится бы. Но мы мирные люди, вы знаете, да, у нас в мире нас говорят, что азербайджанцы и гостеприимные, и мирные люди. Мы не хотим войны. И мы войны не хотим, но и хотим свою землю, наших исторические земли. Ну, я что могу вам сказать, ну, про историю, если вы узнаете, это, который называется Армения, это республика, это раньше тоже были наши земли. Это была азербайджанская земля. Там была Ереванская губерния наших, азербайджанская земля была. Ну, наши прадедки, да, да, у нас есть про этого селе из Ереванны, но про это другая тема. Ну, наших беженцев хотят от ребенка, который здесь родился, но он тоже хочет идти на прадедкиной земле жить. Ну и последний вопрос перед нашей экскурсией, господин Мамадов. Какая визия Тартарского района? Мне очень впечатление сделало, что вы строите шахматный клуб, шахматную школу. Ну, это прекрасно. В наше время эта благородная королевская игра должна иметь свой дом, и у вас будет иметь. И какие еще вот есть культурные центры, спортивные сооружения, и о чем вы мечтаете, что вы сами думаете? В скором времени будем открыть шахматный центр, не только школа, там будет шахматный центр, и там будет бывший дом пионеров, вот в таком форме. У нас есть много талантливых ребенка, детей есть, которые у них умеют рисовать, они умеют что-то взять, рукодельные заниматься. И еще есть хорошие люди, детей есть, и юноши есть, что они хотят заниматься спортом. И мы в скорое время у нас будет строиться олимпийский комплекс. Новый. Мы уже отделили там земля, там уже фундаменты мы построили, новый будет. Еще мы будем строить новый исторический музей. Я сейчас вам буду показать. И там будет. У нас в скорое время все будет. Мы сейчас ремонтируем много зданий, пятиэтажных, двухэтажных зданий. Мы всех из крыши поменяли, но во время войны, когда были войны, у них тоже попали снаряды и пули, они были сломаны. Мы всех поменяли. Но последние два года я ремонтировал 29 зданий. Верхней части крыши сделали, ремонтировали. И у нас есть 114 зданий, двухэтажные, пятиэтажные. Мы всех этих дворей сделали, ну, как говорится, дворный комплекс. Там и спортивные сооружения, и там беседки мы строили, чтобы люди нормально сидели, отдыхали. Там мы строили, посадили дерево, и все нормально сделали. Мы сейчас пойду покажу. Это, что могу вам еще добавить, что в нашем городе, ну, в 2014 году всего 33% людей, населения получили газ. А сейчас 97% населения получает газ. За два года фактически 62% населения получили газ. Сейчас в нашем городе, ну, передфронтовой город, район, у нас 24 часа без перерыва электроснабжение. И у нас интернет очень хорошо работает в нашем районе. У всех семей есть интернет. У наших людей используется и Фейсбуком, и Твиттером, и всех социальных, что есть в интернете, они всех используют. И еще у нас, вы не знаете, когда идет вода снабжение новое, мы скопали дорогу. Мы сейчас ремонтируем, асфальтируем эту дорогу. Всех наших людей будет нормально
использовать в этом. Хорошо, спасибо, господин Мамадов, за первую часть нашего разговора. Мы не прощаемся, недолго прерываемся и пойдем теперь в экскурсию. Спасибо.